Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня хочу вам рассказать о пряже производства Италия, который продает магазин Бобинки.ру. Бобинки.ру занимается исключительно итальянской пряжей. Ссылку на магазин вы можете увидеть под этим видео. Пряжу, которую я вам хочу представить, это 100% мерино с экстра файн. Тонкая, нежная, очень тонкая ниточка. В данном образце вы видите перемотка из двух ниток. Мне по нашей просьбе в магазине перемотали на бобину нужное количество метров две нити. Перемотка автоматическая, то есть вы видите, очень качественно перемотана, никаких петель, никаких узлов. Все отлично. Дома я бы перемотала гораздо хуже. Очень удобно. Пришли, заказали нужный метраж, вам намотали нужное количество сложений. Нитка очень нежная по ощущениям, вот просто шелковая. Ее вот так и хочется что-нибудь связать и носить, не снимая такую вещь. Сейчас мы посмотрим, как она ведет себя на вязальной машинке и насколько дает усадку. Вяжем образец на вязальной машинке Silverit 840 на второй плотности, то есть ниточка настолько тоненькая, что вяжем ее на начальной плотности. Нитка эластичная, мягкая, нежная, идет легко, вообще без усилий. Полотно ложится ровно. За счет того, что перемотка нити была произведена не на домашнем оборудовании, а на таком полупрофессиональном, потому что это не фабричная перемотка, а перемотка в магазине, на конус перемотали в две нити. Без петелек, без каких-то узелочков. Абсолютно ровная нить, она не петляет, не стопорит машинку, что очень-очень удобно. Домашняя перемотка дает очень много брака. Нам перемотали абсолютно идеально. После стирки полотно дает сильную усадку в ширину. Высоту не меняется, в ширину дает усадку. Поэтому обязательно предварительно провязывать образец для расчета вязания. Полотно тонкое, нежное, невероятно приятное на ощупь. Нитка вызывает только положительные эмоции. Хочется что-нибудь себе связать, носить такую вещь, не снимая. Полотно невероятно нежное, аккуратное, тонкое. Просто воздушное. Такое изделие будет приносить только положительные эмоции, потому что оно будет выполнено из высококачественной пряжи. Бобинки.ру, который занимается продажей итальянских ниток, при просьбе, при покупке нити, всегда он смотает в такое количество сложений, которые вы попросите. Вы видите, качество намотки идеально. И если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также ждем вас на сайте «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению любой вязальной машинки с нуля, и в магазине высококачественной итальянской пряжи «Бобинки.ру». Ваша Наталья Некрасова.